сырные вафли. Можно оладьями на сковородке жарить, а можно вот я сделала вафельницы такой жив-гриль. Вот такие прекрасные вафли сырные. Так вот мы раз и вытаскиваем. Очень удобно. Супер. Так. Закрываем и сразу переворачиваем. И вторые спеклись. Такая вот вилка. Тескома у меня вилка. Они такие плоские лезвия. Вот такая вот вилочка. Они плоские, и поэтому очень хорошо вот такие вафли вытаскивать. Кабачковые, там картофельные какие, любые. Смотри, сбрызгиваю, боюсь, что, ну, чтобы не прилипало, на всякий случай. Закрываю и переворачиваю. У меня фарш накрутила. Я хочу попробовать сейчас последнюю сделать, вот выложить и фарш сверху вот тут развела, приготовила с молочком чуть-чуть, и сверху опять сыром. Вот последний сделаю так, попробую ради интереса. Посмотрим, что получится. Начинки много, вот все повылезало здесь. Ничего. Испечется. Так, вот она с мясом. Ну вот она повылезалась, просто много положила. Ну, в следующий раз не ошибусь. Ой. Сейчас вот немножко остынет, я покажу ее в разломе. Последняя маленькая осталась. Вот оно все запеклось тут. Сейчас разломлю. Тут
немножко фарша попало. На вкус, я думаю, вкусно будет, пока горячие. Все ноздрясты пышные и вкусные. Вот они сверху с фаршем, а эти вот сырные, чисто сырные. Последняя. Хрустят.